Я вспомнил вновь минуты расставания. Нас проводить пришли родные и друзья. Мы уезжали далеко в Германию, и вот об этом расскажу сейчас вам я. Вот собрались мы в Германию, посидели на прощание, пили водочку столичную, вели тему заграничную. За столом сидит компания, адресуют пожелания, и сквозь слезы и рыдания провожают нас в Германию. А глаза у всех печальные, и слова звучат прощальные. Покидаю свой родимый дом, а в душе моей все кувырком. Чемоданы упакованы, скоро жизнь начнем по-новому. А кум Иванску, мой Маруською, запели тихо песню русскую. Ох, прощай, мой домик старенький, не скучай, мой дворик маленький. Я уезжаю за границу, но на сердце что творится? Вот соседушка Михайловна принесла в дорогу сало нам. Я, говорит, скажу вам по секрету, такого сала за границей нету. Ночь прошла, и наступил рассвет, и в кармане паспорт и билет, чемоданы посреди двора, а вот и все, уже идти пора. Из гнезда родного ухожу, оглянулся и на дом гляжу. Там сияет свет родных окон, но я поехал за кордон. Thank you.
Товарищ!